день, в котором вы не узнали для себя ничего нового, прошел впустую. Жизнь не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Жизнь не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода. Говори прямо, если хочешь, чтобы тебя понимали. Уж лучше пусть меня ненавидят за мой ужасный характер, чем любят за мое притворство. Жизнь – это всегда путешествие. Только ты сам выбираешь попутчиков. Все люди, посланные нам, – это наше отражение. И посланные они для того, чтобы мы, смотря на этих людей, исправляли свои ошибки. И когда мы их исправляем, эти люди либо меняются, либо уходят из нашей жизни. Признание в любви часто напоминает сигналы точного времени. Они действительно точны только в момент их произнесения. Всегда буду ценить тех людей, которые в трудный момент скажут «Я с тобой». Неудачи – это ступеньки к успеху. Без неудач мы бы ничего не добились. Кто понял жизнь, тот больше не спешит. Смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок, молится старик, как дождь идет и как снежинка тает. Успех – это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма. Никогда не сдавайся, и ты увидишь, как сдаются другие. Как говорила моя бабушка, хорошо все уметь, но не дай Бог все самой делать. Надо стараться все делать хорошо. Плохо оно само получится. Научитесь никому ничего не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо. Люблю русский язык хотя бы за то, что в нем есть гениальная фраза. Да нет, наверное. Наши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Деньги не помогут нам в могиле, деньги не заменят нам любви. Почему же ради этой пыли люди перестали быть людьми? Не понимающий вашего молчания, вероятно, не поймет и ваших слов. Слова как ключи, правильно подобрав, можно открыть любую душу и закрыть любой рот. Когда судьба бывает неправа, когда обида к горлу подступает, не вспоминай ненужные слова, махни рукой и прошепчи. Бывает. Жизнь все исправит. Погоди чуток. Еще твое не наступило чудо. Предательство – болезненный урок. Но и у Бога вспомни, был Иуда. Есть желание – тысячи способов. Нет желания – тысяча поводов. Учитесь больше смеяться. Смех так же свят, как и молитва. Ваш смех раскроет у вас тысячу и одну розу. С этой секунды начинается полоса везения и удачи.